одно из самых лучших и эффективных упражнений для ягодиц. Я беру гантельку, но важный момент. Приседать мы будем с вами в супер медленном темпе. Я хочу, чтобы вы четко понимали, что вы садитесь на пяточку, таз уводите назад, при этом плавненько опускаетесь до параллели, немножечко задерживайтесь на 2 секунды и поднимаетесь вверх, прожав вверху ягодицы. Колени у нас не стреляют вперед, чуть-чуть расходятся в стороны. То есть следите за тем, чтобы колени у вас не стреляли внутрь. Мы делаем 10 раз. Сели. При подъеме выдох. Стойка ног, в принципе, удобная для вас. То есть чуть пошире, чуть поуже. Это не столь принципиально. Задержались. 9. Последний на выдохе. 10. Отдыхаем 40 секунд и еще 2 подхода.